Мы решили, что вдруг это кому-нибудь пригодится. Отличный вариант расколоть орешки в чеснокодавилкой. Вот, ложим, давим, высыпаем и съедаем. Так, так. Папа у нас хитрый, самый первый. Папа умный. Хитрый. Ложим еще. Ой, сейчас. Да? Не надо и ломать голову. Папа, ну ты вообще. Ну, пап, это что ты, мама, делает? Орешки мы даем. Вообще-то, о, набежали. Да, все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, друзья. Всем пока-пока. Мы будем колоть орешки дальше. Давай.